Мы сидели с другом моим на бульваре Космонавтов на аллее и в какой-то момент услышали шум толпы со стороны улицы Машерова. Мы направились туда и увидели то, что там собрались толпы людей. Вот, и мы, соответственно, пошли к ним. Вот, после этого я уже, собственно, попал в толпу. И меня ребята какие-то подхватили в сцепку. Вот, и держали. И стояли напротив сотрудников милиции. Вот, со стороны, сзади, со спины было давление как физическое. То есть нас подталкивали вперед, так и морально там кричали, чтобы мы шли вперед, не боялись. Вот, вот этот азарт какой-то, может, сама толпа, вот это влияние толпы. И кинул в них два камня в сторону сотрудников милиции. Кричал: давайте перетаскиваем лавочки, что забаррикадируем дорогу, чтобы они не прошли. Я слышал такое. Да, мои действия были противоправными, я об этом сожалею и раскаиваюсь. Нет, я осознал свою вину, я осознал ошибку, то, что вообще пошел туда. И что вот мне это, собственно говоря, сейчас дало.